Казахстанцы больше не будут переплачивать за просроченные штрафы, также перестанут накладывать арест на их имущество. По словам вице-министра юстиции Бекпулата Молдабекова, теперь после истечения срока гражданам будет приходить уведомление с напоминанием об оплате. В ходе брифинга вице-министр пояснил, что изменение стало возможным благодаря исключению из этого процесса частных судебных исполнителей, которые за свои услуги взыскивали с граждан 25% от суммы штрафа. Теперь эту работу бесплатно будут выполнять роботы-судоисполнители. По самым минимальным расчетам, проект позволит сэкономить более 2 миллиардов тенге граждан.